Мероприятие подходит как и взрослым, так и деткам. Будет проводиться и караоке-шоу, и будет парад вышиванок. У нас проходил фестиваль детской творчества, и сегодня у нас будет гала-концерт, на котором будет вручен гран-при. Это 2000 гривен победителю, который был отобран жюри конкурса. И сегодня будет он награжден. В завершении нашего мероприятия будет красочное, очень красочное шоу. Мы будем запускать в небо венок, сделанный из воздушных шаров. Символикой нашего прапора. Сегодня праздник у нас такой, день прапора. И приуроченный, конечно же, ко Дню независимости Украины. Мастер-классы сегодня по гончарному делу и мастер-классы сегодня по художественной росписи. Также у нас выставка народного творчества, есть выставка шевронов, то есть это волонтерские группы, которые предоставили для обозрения жителей города, чтобы они могли посмотреть и получить удовольствие. Мы сегодня рисуем на вот таком вот холсте украинскую картинку. Это маковые поля, которые на фоне голубого неба и желтых полей. Вон такая патриотичная картинка, потому что сегодня такой праздник, День прапора. И мы считаем, что для деток это будет очень полезно, во-первых, приобщиться к традициям украинским, почувствовать себя украинцем, маленьким украинцем. Ну и, конечно, весело провести время, плюс это развитие детского творчества. Сьогодні перший день вдягнула. Це я робила самостійно, вишивала, а вже швея мені зшила плаття. Особисто для мене це гордість, те, що ми незалежні. У мене дві донечки, я їм так само вишила сукні. От, і ми будемо всі на, при наряді завтра зустрічати разом з сім'єю. Ось мережа!